Автобус ранним утром выезжает на маршрут. Водитель очень сильно пьяный, он думает, что крут. На пешеходном переходе он кого-нибудь собьет, а у знакомых были связи, не посадят, повезет. Я решаю выйти вон. Я решаю выйти вон. Я решаю выйти вон. Я решаю. Вездесущей системы пределы, оказаться далеко, где живут виноделы. Упасть ничком на землю, оторваться сполна, испить большой бокал прохладно чисто красного вина. И со мной. А кто со мной? Два близких с детства друга собрались пойти попить. Они с собою взяли спайса, чтоб сверху положить. Один другого чертом страшным из кошмаров увидал. Схватил огромный нож на кухне прямо в грудь тому вогнал. Я решаю выйти вон. Я решаю выйти вон. Я решаю выйти вон. Я решаю. Вездесущей системы пределы, оказаться далеко, где живут виноделы. Упасть ничком на землю, оторваться сполна, испить большой бокал прохладно чисто красного вина. И со мной. А кто со мной? Аномальная зима, террористы окружают человечеству хана. За Гелендваген, за шикарный может сесть пузатый поп. А ты сиди, молись, всю жизнь итогом будет крепкий гроб. Я решаю выйти вон. Я решаю выйти вон. Я решаю выйти вон. Я решаю. Вездесущей системы пределы, оказаться далеко, где живут виноделы. Упасть ничком на землю. Я решаю выйти вон и сразу вставать. Я решаю выйти. А как вставать? Как? Ну, я имею в виду, питаться, перебираться, да. Или прям... Опираешься, и я решаю выйти вон. Оторваться сполна и сбить большой бокал.